5 место «Пойми меня, если сможешь». Ария – классная девчонка, которая умеет дружить и стильно одеваться, но и жутко одинока, звездные родители со скандалом разводятся, сводным сестрам тоже не до нее, а злые одноклассники завидуют и строят козни. В компании любимого черного кота она отправляется в свободное плавание по итальянским улицам. 4 место «Как жениться и остаться холостым». Жизнь легкая для 43-летнего и холостого Луи, взлелеянного матерью и 5 сестрами. Его счастье могло бы длиться всю жизнь, если бы его не решили наконец-то женить. И тогда хитрый Луи придумывает уловку. 3 место «Цементный сад». 4 подростков живут в своем собственном мире. 15-летний Джек поглощен изучением своей развивающейся сексуальности. 7-летний Том вместе со своим приятелем фантазирует в области перевоплощений. 11-летняя Сью наблюдает за всем происходящим со стороны. Их старшая сестра Джули слишком занята личными проблемами. Странный, обособленный мир. Но появляется человек, который пытается нарушить сложившуюся гармонию. 2 место «Наука сна». Стефану снится тревожные и причудливые сны. По просьбе матери он возвращается во Францию, где устраивается на очень скучную работу. Однажды парень знакомится со своей соседкой Стефанией и с ее подружкой Зоей. Девушки принимают его за грузчика. Застенчивый Стефан не решает их поправить и теперь вынужден скрывать, что живет за соседней дверью. 1 место «Обещание на рассвете». Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари. Еще когда будущий лауреат Гонкуровской премии был ребенком, его мать твердо решила, что он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на то, что над ней смеялись окружающие, а сын сомневался в собственных силах, она продолжала в него верить, и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели его через все испытания и приключения его жизни, полный тайн.